Сроки сдачи центральной площади Сургута вновь сорваны. Объекты должны были ввести до 15 августа. Однако с поставленной собой же задачей подрядчик не справился. Причина, по его словам, в некачественной плитке. Как рассказали исполнители муниципального контракта, бракованными оказались сразу две партии стройматериалов. Обнаружив дефекты в первой поставке, изготовитель оперативно заменил брусчатку, однако и та не соответствовала требованиям по качеству. Сейчас поставщика заменили, но у нового контрагента не оказалось нужных форм для производства плитки. В ближайшие дни ее привезут. 25 августа стройматериалы обещают доставить на центральную площадь. 400 квадратов у нас плитки некачественные. Это завершающий этап, да, вот видите, все уже, площадка подготовлена под укладку плитки. Люди ждут уже, мы сами ждем. Понимаете, 2 недели мы уже давно выложили эту брусчатку. И занялись бы уже там просто подготовкой, озеленением. В ближайшие дни подрядчик займется устранением тех замечаний, которые выявлены. В основном нарекания касаются плиток и бордюров со сколами, их нужно заменить. Строители также приступают к очистке площади от мусора и вывозу неиспользованных стройматериалов. По контракту объекты должны были сдать еще в марте. Но весной покрытие пришлось переделывать. Из-за того, что укладывали его зимой, с таянием снега грунт просел и плитка пошла волнами. До лета ее разобрали, основание укрепили и перешли к повторной укладке. Из-за нарушения срока подрядчик выплачивает штрафные санкции. К этому моменту в бюджет города перечислено около 500 000 рублей. Администрации Сургута удалось договориться, чтобы срыв исполнения контракта не повлиял на финансирование из федерального бюджета других объектов благоустройства в городе. Но из-за сложившейся ситуации казна также несет издержки. По этому объекту получили санкцию в виде того, что тот объем, который не был выполнен в прошлом году, мы выполнили за свой счет. То есть, по сути, от 14 миллионов 80% было федеральных денег, теперь это стали местными деньгами. Но считаем, что качество важнее.